Сегодня мы в Ирландии посещаем магазин западной одежды. Западный в смысле дико западный. А какой резкий запах. Кошек, бык. Садись, бычок. Бычок. А кто ты? Ботиночки. Ну иди, выбирай, что ты себе хотел. Здесь шляпочку-то не подберу. Раздолье. И детские такие милые. Маш, ну что, есть выбор хотя бы? Да нифига себе, вообще. Я, мне глаза разбегаются, я не знаю, куда. Это мужское или женское? Мне глаза разбегаются. Ты попроси, чтобы тебе помогли и дали померить. Мэнс. Чё? Это мужское написано. Да. Где, по-моему, это детское. Да, детская есть, да. А женских две пары. Женские там я в углу видела, но их правда мало почему-то. О, какие умнотопы хорошие. Сыночек, где ты взял эту козу? Это не коза, а это бык. А, это бык у тебя?